У вас в гостях, потому что на самом деле я старый башкир. Серьезно, я хоть в Самаре родился, но моя вторая родина — это поселок Абзя при Нефтекамском. Я все детство там провел. Там еще два артиста стоят. Вот они так любят, когда их хлопают, им денег не надо. Удовольствие для вас выступать. Знаете, а что я вообще сюда выперся? Мне надо вести вас в курс дела. Просто спектакль, который мы сейчас вам покажем, он немножко вернет нас в прошлое. И я даже попытаюсь вам напомнить. Он, этот спектакль, не о времени, в котором мы когда-то с вами жили, а скорее всего о нас с вами, о тех, кто жил в то время. Вот чтобы было понятнее, вот что это такое? Джинсы. Это был огромный дефицит, они назывались фирма. Вы помните, сколько они стоят? 100 рублей. Ну да. 200. Где вы жили? 200. Как минимум. У меня они стоили 120. Ну, на черном рынке с рук, естественно, фирма. Вы помните, как это было круто? Заворачивали обычно такую грубую бумагу, перевязывали таким жгутом, шпагатом. Вот. Обладатели пакетов были настолько круты, они были приобщены к империалистическому миру, можно сказать. А в школу не ходили. В школу, да. Стирали. Да. На улице вешали на веревку, чтобы все видели, что у них такой пакет есть. Я знаю, что даже вот вырезали картинки и вешали на стену. Там Мальборо, вот это все такое. Ну да, слово не воробей. А я без телеграммы. Знаю тебя насчет. Пакет устраивает, цветы покупать. А что цветы? Цветы не проблема, вообще. В отпуск я. В отпуск, наконец-то, в Москву. Я же в Москве-то первый раз. Ну, Москва, ну, столица. Пойдем, может, человек сыскать. Погодите, я ничего не поняла. А вы что, хотите у нас переночевать, что ли? Валентин, можно тебя на пару слов? Вы... располагайтесь, я сейчас... Иди сюда! Я мигом! Одну секундочку. Валентин, это кто? Да я понятия не имею! Не малодушничай, говори правду, кто это? Ну я тебе себе говорю, не знаю. Он тебя, по-моему, прекрасно знает. Концерт, 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 отдел.
ансамбле на пианино. Композитор у меня даже любимый имеется. А Шаинский, Бахмутова, Тихон, Хренников. Значит, идем на выставку импрессионистов. А послезавтра, извини, но у нас по плану и патрон. Да ты что? А, то, скачки, бега. Скоро и патрон лошадки. Можешь лучше в баню? Не, Валю, раз решил на Генделе, значит на Генделе. А потом антиквариат. Ну, так-то да.